Еще в феврале в Чебоксарах задержали жителя Ставропольского края, который продавал наркотики. А в 2014 году воевал на стороне украинских националистов против населения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. И вот новые факты. Его подозревают в реабилитации нацизма. По версии следствия, в декабре прошлого года Ильин разместил на своем аккаунте в одной из социальных сетей в интернете под вымышленным ником информационный материал, содержание которого направлено на реабилитацию идеологии германского нацизма. Этот факт подтверждается заключением комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы и был выявлен в ходе расследования ранее возбужденного в отношении него уголовного дела по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте». Расследование продолжается.